К другим темам. Кызылорда отмечает свое 206-летие. К этой дате в городе сдали в эксплуатацию 10 жилых домов на 470 квартир. Ввели в строй и первую комфортную школу. До конца следующего года в регионе построят еще 20. На торжественной церемонии открытия объектов побывала и наш корреспондент Райхан Джибаева. 4000 очередников получили долгожданное жилье в регионе за последние 2 года. 900 из них в этом году. Сегодня на левобережье Кызылорды ввели в строй еще 10 многоэтажек. Это 470 квартир. Ключи счастливым новоселам вручил аким области Нурлыбек Налибаев. В этом году на строительство жилья из республиканского бюджета выделено 34 миллиарда 100 миллионов тенге. До конца года планируется ввести в строй свыше 2500 квартир. По сравнению с прошлым годом объемы жилищного строительства в регионе выросли на 126%. Здесь же сегодня открыли первую в регионе комфортную школу, возведенную в рамках нацпроекта. До конца следующего года их будет 21, говорит главный учитель города. На данный момент укомплектовано 36 классов на 912 детей. В штате 45 учителей. В ближайшее время количество учеников доведем до 2000, преподавателей до 100. Есть современные кабинеты информатики, IT, робототехники, биологии, химии. Такое оснащение позволит развивать способности учащихся. К слову, благодаря проекту «Комфортная школа» в регионе уже в следующем году полностью решат проблему аварийных школ. Райхан Ташбаева, Нуржан Музарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылорда, 24 кизет.